Всем привет! Меня зовут Руслан, и я сейчас нахожусь в Китае, в городе Харбине. Свое первое видео о Китае я хотел посвятить тому, как найти себе жилье, я бы сказал, на более длительный срок, если вы здесь планируете находиться полгода, год, может быть, все и два. Мой друг Василий с удовольствием решил показать свой гарден, где он живет. Мы встретимся с его риэлтором и посмотрим две квартиры. Одна будет с двумя спальнями, а другая с тремя. Что можешь рассказать о своем гардене? Тебе нравится в нем жить? Мне очень нравится здесь. Я первый раз, когда сюда приехал, было ощущение того, что попадаешь, ну, не в рай, конечно, но в сделанный руками человека рай, потому что есть все. Даже вот постамат, смотри, Таобао можно купить, а здесь забрать. Вот. Особенно после гостиницы, да? Да, особенно. Не, в гостинице мы также брали. У нас там тоже постамат. У нас стоит. Тоже есть постамат. А у нас нету. А у вас нету. Вот главные ворота. Да. Вот, видишь, охранник тебя встречает обязательно. Одна, видимо, поехала. Электрож, да? Да. Вот такую... Пойдем вон к пруду, выйдем как раз. Красота. Пойдем к пруду. Вот это название гардена. Evergreen Oasis. В принципе, достойное место, тут достойно жить, работать. А вот наш дом, который слева. Который из многих. Вот слева, который сразу. Справа. Вот это спортзал, вот этот, прямо, это спортзал четырехэтажный, бильярд, баскетбол, волейбол. У вас самый верхний этаж? У нас 27 этаж слева, вот, вот этот кусок поребрика такой, да, видишь, и вот мы над ним, вроде бы, да, 32 этажа, 32, 31, 30, 29, 28, не, мы потнем. Не пробовал здесь купаться? Нет, еще. Мы тут запускаем корабль. У нас корабль есть для воды. Пап, да. И еще а вот там кинотеатр у вас есть даже, да? А? Кинотеатр есть. Да, кинотеатр у нас есть. Ходили? А? Ходили? Пап, пока нет. Пап, а там но он работает все в порядке. А вот там что за здание? Там что-то внутри есть. Вот это какое-то главное здание. Здесь будет администрация, как я понял. Там кафетки. Да. Вот тут вот этот фонтан. И вот тот фонтан запускают, и вот там вот все фонтаны запускают тогда, когда люди идут на работу, то есть где-то в 7:30 утра, потом их выключают. И когда сейчас будет, получается, 5:30, их включат опять, когда люди возвращаются обратно с работы. А ты здесь людей видел вообще? Я как посмотрю, короче, гардены всегда пустые. Не, людей здесь очень много, на самом деле. Здесь мало, очень мало арендуемых квартир. Очень мало. Потому что раскуплено все. Ну что, пойдем посмотрим. Пойдем. Тут ты можешь зайти в квартиры посмотреть, которые только построили. Типа купить. Ну да, да. Знала, сколько стоит? Короче, получается 100 квадратов. У вас 100? У нас что-то типа того. 100 квадратов. Около 8 миллионов рублей. Ну, нормально. Ну, абсолютно. Ну, то есть адекватно это. Так, поехали, наверное. Годика два частные уроки подавать. Да. Вот такая красота. Тут многие фруктовые деревья. Манго не растет. Манго не растет. О,
вон бассейн, то есть этот фонтан чистят. Вот с этой стороны спуск. Здесь как в санатории. Ну есть такое, да. Вообще же обидел. Да. Ты уже? Нет. Я встаю каждый день в 5:30 утра и с собачкой гуляю. Тяпает. Ну а как? Кто хочет заняться садоводством? Это все спортзал? Это все спортзал. Все, спорт. А ты был внутри уже? Да. Можем зайти потом. Колонка. Да. Камень колонка. Камень колонка. Детский площадка. Теннисный корт, кстати, вон он. Бесплатно? Бесплатно. Все входит? Да, все включено. И можно теннисом заниматься? Да, да. Вот это вход в паркинг. А где эти электробайки оставлять? Можно возле подъезда, вон оставляют. Там же, да? Да, там есть эти. А вот это, кстати, мы сейчас будем проходить. Вот эти светильники, они непростые. Они, когда зима будет, они будут тепло вырабатывать. Пардон, чё? Тепло вырабатывать будут. Будем греться возле них. Да. Видишь, эти даже кусты специально посажены рядом с ними. Вот байки вот так оставляют. Вот вход. Никто там не занимается, да? Занимаются. Видеосвязь. Дай. Сейчас, подожди. Маме, смотрите. Да. Дук. А, нужно так смотреть через. Да, можно смотреть. Можно не смотреть. Кто там? Мы. Она открыла, соответственно, этот. И в лифте сейчас мы когда зайдем в лифт. Саша, подожди. Мы в лифте когда нажмем. Там сразу будет гореть 27 этаж, потому что мы на 27 этаж. Телек маленький. Да? Ощущай? Маленький телек же. Да. Здесь там шкафчик есть зато. Такой, конечно. Видимо, это шкафчик этих людей. Поставь обратно. Что это такое? Поставь обратно. Тут люди жили, да? Жили? Наверное. Или живут? Жили. Короче, она прокуренная, да? Ну, есть немного. Ты куришь? Я вообще никогда не курю. Это прокуренная такая. Чуть как, да. Пойдем на 20. Саша, там есть сигареты. Ну, такая же, да? Такая же кухня, как у нас. Ну, получается, вы у себя же все вымывали, да? Ну, да. Да. Так же было, когда вы заехали? Нет. Здесь просто жили. У нас вообще никто не жил. Мы промывали от пыли этой, ну, строительной. А у вас кровати больше? Здесь не маленькие. Да, у нас больше. Что, дальше пойдем? Давай.
поторговаться интересно, можно? Можно. Да? Конечно. Холодильник, как у нас? А, нет, нет, у вас зубы. Тут холодильник мне здесь не очень нравится. Ну и ладно. У меня в гостинице вот такой же маленький. Ну, можно больше. Да нет, копейки стоит. Классно. Что у вас? А самое главное, смотри, я рыба. Ты рыба? Да. Символ. Yeah, yeah. Слушай, ну, блин, триста. За это, засомневался, как тик-так меня снял, да? А реально 2300? Да. Слушай, я буду пахать их еще где-нибудь. Где балкон? Это море, да? Квартира разукрашена. Это детская была какая-нибудь? SpongeBob SquarePants. И вот, соответственно, второй туалет. А что, первый? Да. Как у вас вот такой? А, нету. Может, отключено вообще? Да, отключено, да. Ладно. Со шкафчиком, ёп. Крутой шкафчик. Почему у нас такого нет? Здесь, here no... А, бойлер. Вот здесь нету вот бойлера и холодной души. Ну да, а там есть. В том. В том есть. Ну, можно поставить, если хочешь. Ну что, ребята, я думаю, такую квартиру можно снимать, даже не думая.